Всем доброго дня! Меня зовут Роман Афанасьев, компания «КазАгроэксперт». И в данном видеообзоре я расскажу вам о зубовой броне СБГ «Заря», производство завода «Анитим», объединение компании «Алмаз», город Барнаул. Борона зубова или же сцепка борон гидрофицированная «Заря» применяется для закрытия влаги, рыхления верхнего слоя почвы на глубину до 8 см, уничтожения всходов сорняков, распределения и заделки пожневных остатков и удобрений. Модельный ряд завода включает в себя бороны шириной захвата 16, 22 и 26 метров. Под тракторы 200, 300 и 375 лошадиных сил. Стоит отметить, что завод «Анитим» выпускает исключительно двухрядные зубовые бороны. В данном обзоре борона шириной захвата 26 метров, под тракторы от 375 лошадиных сил. Масса бороны 7750 кг, производительностью 30 гектар в час при рабочей скорости 12 км в час. Рама агрегата изготовлена из стального бруса 200 на 200 на 10 мм и обладает большим запасом прочности. Фиксация крыльев металлическими растяжками более надежна по сравнению с тросами и, кроме того, позволяет сдавать на тракторе назад в рабочем положении бараны. Благодаря опорно-рычажной системе крылья всегда двигаются в одной плоскости, что дает равномерное заглубление всех секций барон. Секции могут устанавливаться как друг за другом, так и в шахматном порядке, чтобы обеспечить более качественную обработку со 100% перекрытием. Секции также регулируются соединительными цепями, что позволяет добиться равномерного заглубления передних и задних зубьев во время работы. Зубья имеют специальную неравномерную закалку, благодаря которой зуб сохраняет упругость. При этом кончик зуба закаливается сильнее для повышения износа стойкости. Борона может комплектоваться секциями 38, 43 и 48 кг. Все крепления и соединения на бороне проходят сложный технологический процесс оксикарбонитрации. Это насыщение поверхности стальных деталей азотом и углеводородом в неядовитых расплавах солей при высокой температуре в 500-600 градусов. Данная обработка значительно повышает твердость, износостойкость, коррозийную устойчивость всех соединений бороны. Борона обладает гидросистемой, которая легко и быстро позволяет подготовить орудие к работе или транспортировке силами одного механизатора. Гидроцилиндры установлены качественные завода Минтека, Литовская Республика. Передние опорные колеса 16,5/70/18 и задние колеса 260/95/16. Они позволяют легко преодолевать легкое бездорожье при транспортировке, а также уверенно вести обработку на поле. Бороны зубовые СБГ «Заря» – отличное орудие для обработки почвы, которое сочетает в себе современные технологии в изготовлении, качественные комплектующие, а также простоту и надежность конструкции. Приобрести это и другие орудия для почвообработки вы можете по контактам на экране и в описании к видео. Также у нас в наличии большой ассортимент зернометателей и зерноочистительной техники. Подготовьтесь к приему зерна и осенней обработке почвы заранее, чтобы получить агрегаты вовремя и по хорошей цене. Подпишитесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. У нас в планах еще много видеообзоров и полезных видео для аграриев. Например, ролики о получении субсидий и займов для сельхозтоваропроизводителей.